Всем привет! Вы попали на наш канал, и сегодня у нас с ребятами такой ночной, как бы это сказать, влог, что ли? Реально влог, ночной, ребята. Переворачивай по направлению, давай. В общем, вот так, чтобы вы понимали, где сейчас мы находимся. Какое-то стрёмное место. Да, заброшенный дом. Но мы не в этот дом идем, потому что ночью. Да, это да, впервые да. Наш ночное мы... такое, как бы сказать... Посмотрите время. Прогулочка. Время, посмотрите. 22:34. Сколько? Чтобы вы понимали, здесь нет ни людей, ничего, как бы, чтобы вы понимали, вот так вот только одна дорога туда или туда. И то есть мы сейчас будем идти, рассматривать, смотреть, потому что еще очень много типа стрёмных слухов ходит, кого мы можем встретить, непонятно, потому что, чтобы вы понимали, ну вот вода как бы, а вы знаете, что возле воды типа много да, сущностей. Много общем... Особенно все, мне кажется, помнят озеро, ребята, вот. Да, тут как раз мы возле воды. В общем, и сегодня это будет такой наш... Я подумала, это змея уже. И сегодня это будет наш такой ночной, как бы это сказать... Сейчас, секундочку, секундочку, секундочку. Что там? Стойте. Вот, какая красивая. Тут, конечно, много комаров, и кроме жаб и кошек, тут, в принципе, никого нет. Чтобы... Чтобы посмотрели, что... Да, жабы здесь сильно орут, тут нет... Ну, просто смотрите, вот дача, да? Здесь нет ни света, ничего. Давайте идти медленнее, я буду... Ой, может, мы людям мешаем, конечно. Хотя, видите, смотри, какие-то старые домики, очень стрёмно. Но что так ходить где-то по каким-то старым домикам? Так, куда какая-то... Даже полиции нету. Какая полиция? Какая... Да. Да, спасибо. Тебя в воду столкнем. А ну, Дим, подержи. Стойте, давайте я сделаю чуть-чуть ярче, чтобы у нас было... Смотрите, стой, дай. Вот такая вот мутная у нас вот рыба. Зато здесь есть рыба. И рыбки много. Ой, лягушка. О, где эта лягушка? А что она за как замороженная сидит? Замороженная. А ну, на, посветите это фонариком. Может, палочку сейчас? Да, я тоже хочу палочку. Ладно, чтобы она просто не перегнулась. Нет, она жива. А что она просто такая... А что она просто такая... Сидит какая-то странная. А мы тоже, девочка, мы сегодня увидели лягушку. Девочка, помните? Вот такой да. вот с такой щекой, она будто бы. Ой, она будто бы что-то. Она будто бы что-то ела тогда. Дарина, ого, говорит, сколько мошек. Дарина говорит, будто бы она что-то съела, но у нее Лера сказала, что у нее просто щека воспалилась. Да, Лера? Да. Ну. Но тут такая хорошая фишка. Дарин, иди сюда, чтобы я не сказал. Говори громче, давай. Короче. На нашей дачке, у меня громче. Тут дача. У меня тут дача. Да, вот так вот. И раньше тут жила. Что это? Это кошка. Блин, знаете, мне кажется, она возле нас крутится, как будто она на нас от чего-то охраняет. Да. Говори, давай я тебя здесь засниму, потом пойдем дальше. Сиди твое лицо. Нам... И короче. Мне показалось, что мне что-то знал. И она, короче, или ведь, ну, она слишком. И некоторые ее видели, короче, бабка была ведьмой. И типа она все время ходит, короче, ну, горбатая бабка. Я ее не видел, конечно, но по слухам то, что она, короче, забирает. Ну, вообще, людей, которые когда-либо ходят, типа по ее территории. Типа душу человека, что ли? Да, ну не душу, не а просто самого человека. Реально? Просто надо привести кого-то в жертву, чтобы она отцепилась. Я вам говорю сразу, я не видел, но понаслышкам, есть такая фигня. Короче, Дима только что нам рассказал, что здесь есть такие наслышки, как то, что здесь есть какая-то горбатая баба, бабка, которая умерла, она была, давай, она была какой-то ведьмой, и то, что, типа, она здесь ходит и, типа, забирает душу или как-то так. Стремновато! Дима, знаешь, мне кажется, зря ты это рассказал, потому что мне теперь из этой истории стало еще более страшнее. Что это было? Тихо, поворачивай, когда я сейчас буду... Я же не знаю, когда ты поворачиваешь. Это где-то в конце там было? Охренеть. Блин, Дим, зачем ты мне рассказал эту... Зачем ты нам рассказал эту страшную историю? Не прикрывай глаза. Я просто говорю факт, который реально существует. Я сразу говорю, я не верю в это.
Но понаслышкам... А мне теперь становится стрёмно идти. Кстати, ребята, так, одну сразу сделаем Диана, говорит, что эта штука тебя будет понос. Говорит, если вы будете это кушать, да-да-да, вам будет пипец. Мне кажется, что все дети... Мне кажется, что все дети, типа, ели такую штуку. Да, да, просто мне надо было показать. Да, я уверена, что это все сделали. Как ты будешь идти? Да, и мне надо чувствовать... О, стой, давай вырви мне, вот сейчас давай сорвем. Вот это вот? Да. Я себе тоже сорву. Давай нарвем. Валентина Ивановна, мы вас очень сильно любим. Здравствуйте. Извините, мы спешим. Мы спешим. Пожалуйста. Ты видел эту бабку? Тихо, я не знаю. Ты видел эту бабку? Это... Подожди, что это было? Что может быть бабка в... Я не знаю, она... Что может быть делать, что может делать бабка в 10:30 ночи, качать воду в 10:30 ночи? Вы что, прикалываетесь? Блин, может, она еще не глупая. Что, куда бьем? Она идет сюда? Пошли, все. Не обращайте внимания на это. Да, все, дальше, тихо. Все, господи, так стрёмно, пипец. О, господи. Девочки. Нам нужно, чтобы вернуться обратно и идти вот так вот прямо дальше. Мне очень страшно. Вы видели, как она бежала? Это было что-то. И она бежит и говорит: сволочи. Вон она идет. Где? Я не вижу. Я тоже не вижу. Она пробежала. Она сволочи. Пробивала. Я такая, сволочи. Господи, ребята, это очень стрёмно. Ты трэш. Охренеть.
Так вы видели, как эта бабка ускорилась? У меня сердце, я не знаю, вы видели, как... Мне стрёмно, я не знаю, слава богу, что мы отбежали. Она просто, она, это какая-то бабка-метеор, особенно сзади, я вижу, она начинает ускоряться, она начинает бежать, у меня начинается паника, я не знаю, что мне делать. Вытащи телефон, пожалуйста, из кармана. Да. Она вроде... Она с палкой. А ты видел, как она бежала, горбатая бабка? Дима! Я тоже об этом подумал. Что это бабка? Нет, нет, тихо. Нет, нет, все хорошо. Дима, не пугай. Нет, тихо, не пугай. Да все об этом подумали, что это бабка. Ребята, не знаю, наверное, ну мы так каждый сам себе подумал внутри, что это та бабка, про которую рассказывал Дима, потому что... Ребята, если вдруг вы плохо послушали историю Димы, обязательно все сводитесь. Сначала и послушайте, про что он рассказывал. Вы издеваетесь? А если это та бабка? Она ж души забирает. Так она же, значит, она вас спасти. Она с души. Я выстоял. Она вроде как убежала. Давайте. Она вроде слышала звук, типа то, что запомнилась калитка. А, ну значит, она, наверное, домой может, пошла. Ну, может, значит, это обычная бабушка. Может, это просто обычная бабушка. Это обычная. Она себя накручивает. Да, в принципе, ну, да, это обычная все. Бабушка. Это нет, главное, самая накрутка, это самое ужасное, что может быть. Это ну, может, обычная бабушка. Это просто была обычная бабушка. Вот и все. Нет, просто ей, наверное, воды не хватало. А может, я знаю, что она говорила, сволочи. Ее комары закусали. Точно. Ее кусали комары, она говорила, сволочи. И из-за этого она и бежала. Да, да, потому что, чтобы комары не закусали. Да, ребята, чего мы так боимся? Ну, чего мы боимся? Это, наверное, просто какая-то обычная бабка. Ребята, никогда не ходите. Ванна, да? Жрать, рядом под нос. И сейчас не самое то время, чтобы сейчас сидеть... Я не знаю. Стойте, давайте сейчас выйдем на пирс, на мостик. И там покажем ребятам вид какой офигенный. И как раз подумаем, что делать дальше. Потому что нам или до Димона дачи осталось дойти недалеко, или возвращаться обратно далековато. И то есть как бы до Димона дачи нам... Согласна. Блин, Дима, ты меня испугал. А мне, думаете, не страшно? Я не знаю, я хочу себя накрутить на то, что эта бабка, это просто обычная какая-то пожилая женщина. Ну да, но мне кажется, что просто она говорила сволочь из-за того, что ее обкусали комары. Стойте секунду. Что? Быстрее, тихо, что? Вот это бабка. Это бабка. Давайте. Нет, бабушка, вы ошиблись. Стой, дура. Тапочку потеряла. Да не, это не мы. Меня по-другому зовут даже.